Здравствуйте, вы смотрите программу «Реальные кадры», с вами Мария Шматкова. Сейчас мы находимся в парке отдыха имени Ларисы Лазутиной, где буквально через несколько минут начнется тренировка «Зумба-зумба», которую проводит тренер СВ-данс. А что такое «Зумба-зумба», мы узнаем, и кто проводит тренировку, узнаете тоже. Прямо сейчас не переключайтесь. Итак, hello, Фред. Привет. Расскажи немного о себе. Откуда ты приехал к нам в Одинцово? Спасибо for invited me. Hello. Одинцово, привет. Привет. Я зовут Фред. Я делаю зумба-инструктор, трини, латина, бачата, сальса, аэробик, микс, something like this. Only Saturday, in 5 o'clock, Saturday. Welcome to park. For all women, for all guys, I want to be happy for all people like this. If be happy, all people happy too. Итак, уважаемые телезрители, только что Фред пригласил вас приходить каждую субботу в 5 часов в парк отдыха имени Ларисы Лазутиной и узнать, что такое зумба-зумба, и не только узнать, но и попробовать вместе с таким потрясающим инструктором и его командой. Ну, обо всем по порядку, сегодня все увидите, что за тренировки и чему там учит Фред. Ну что, начнем зумба-зумба сейчас, показываем? Да, сейчас старт, да? Смотри, много. Много людей. Да, много. Девушка. Нормально. Я делаешь жарко, дождь, холодно, снег. Я делаешь. В любую погоду, в любую температуру на улице будет проводиться зумба-зумба каждую субботу в 5 часов, и ты всех ждешь. Ну что, давай приступим тогда, да? Посмотрим. Хорошо. Поехали. Эй, йо, давай. Давай. Let's go, Zumba, let's go. Hey, are you ready? Готовы? Давай. 2, 3, готовы? Да! Way! Like that, your hand here, are you good? Stack, team, step, whoop. Хорош. Браво! Окей, релакс. Окей, up, down. Slowly, up. Hey. Come back. Whoop. Окей. Everybody touch. Браво. Down. Good. Down. Bravo. Shut. Bravo. Touch your head. Shut. Together, okay? 1, 2, good. Потом быстро. Готовы? Okay, slowly, Hi. Good. For you. Strong. Open hand. See you. Like this. Look. Okay. She. Stand. Good. Peace. Back. Baba. Whoop. Baba. Okay. Up. Good. Okay. Shine. Lever. Hey, do. Up. Clap your hand.
Вы смотрите программу «Реальный кадр» прямо сейчас. В парке отдыха имени Ларисы Лазутиной проходит «Зумба Зумба», которую ведет зажигательный Фред. И вы пустите каждую субботу в 5 вечера совершенно бесплатно. Приходите на тренировки и танцуйте вместе с нами. Сейчас мы находимся в спортивном парке отдыха имени Ларисы Лазутиной, где в данную минуту проходит просто потрясающая зажигательная зумба. Вы видите, сколько собралось сегодня здесь людей, несмотря на то, что жара, выходной день, и многие, конечно же, предпочли пляжный отдых, но эти бесстрашные пришли и прекрасно проводят время в парке под руководством просто зажигательного тренера Фреда. Татьяна, расскажите об этом новом направлении вашей компании и где еще могут жители города Одинцово бесплатно попробовать новое направление, новые танцевальные направления, новые спортивные направления. В октябре прошлого года состоялось торжественное открытие новой танцевальной студии SV Dance & Fit, которая является знаковой в нашем городе, предоставляя качественные услуги, прекрасные направления, спортивные и, естественно, танцевальные. И этим летом мы решили порадовать всех жителей нашего города бесплатными уроками, такими как зумба, как вы видите здесь. Урок, напомню еще раз, бесплатный. Каждую субботу в 17:00 мы ждем вас в спортивном парке отдыха имени Ларисы Лазутиной на эту зажигательную фитнес-тренировку с нашим обаятельным Фредом. Татьяна, я знаю, что бесплатные уроки ваш тренерский состав проводит не только в спортивном парке отдыха имени Ларисы Лазутиной, но есть еще площадки, расскажите о них. Да, конечно, вторая площадка – это центр нашего города, центральная площадь. У нас проходит там два бесплатных урока по четвергам и субботам. В четверг в 19:30 мы ждем всех на йогу. Это все мы знаем, что такое йога для любителей релакса, спокойствия. Вечером в парке на зеленой лужайке мы все расслабляемся с таким же профессиональным тренером от студии SV Dance Fit. А в субботу в 19:00 там же, в центральном парке, мы ждем вас на эксклюзивное направление Booty Pump. Звучит немного интригующе, да, но это всего лишь прокачка мышц ног. Для тех, кто хочет быть в тренде сейчас иметь красивые подтянутые ноги. Вот, занятие проходит с Юлией Вознюк, и мы ждем вас там. Вообще, Татьяна, насколько активно жители включились вот в этот проект? Ну, я понимаю, что зумба, конечно, просто потрясает и пользуется огромной популярностью, а вот остальные направления? Они, конечно, не такие многочисленные, как зумба, но, в принципе, с каждой недели нас все больше и больше, много интересующихся приходит как из студии, так и подтягиваются люди, которые отдыхают в парке, которым просто становится интересно, что же это происходит. И впоследствии они приходят в студию заниматься уже вместе с нами в наших стенах. И в сентябре мы ждем всех. А вот все-таки занятия на открытом воздухе и в закрытом, да, помещении танцевальный клуб, чем они отличаются? Ну, конечно, свежим воздухом. И в том есть свои преимущества. Йога, конечно же, лучше на опен-эйре, на свежем воздухе. Но в йоге есть много разных направлений, которые даже есть 40-градусная йога, называется хот-йога, которая проводится в специальном жарком помещении, где температура помещения накалена до максимальных пределов, и там проходят занятия. У нас, естественно, не все так жарко,
мы проводим классическую йогу, которая и там хороша. Бутипамп хорош везде. На свежем воздухе под солнышком, либо в студии с прохладным кондиционером, в прохладном помещении. Но тренерскому составу понравилось вот работать этим летом вот именно вот в таком режиме, то есть видеть, знакомиться совершенно новыми людьми, привлекать к себе. Да, в принципе, это и была инициатива тренерского состава – выйти на улицу. Юля и Лариса хотели, у нас же был такой, была такая практика ВСВ-фитнес, но в этом году мы расширили свои направления, и всем нравится, все приходят, собирают своих клиентов из студии, из фитнеса и хотят больше. В общем, следите за соцсетями, не пропускайте занятия. Каждую субботу в 17.00 в парке отдыха имени Ларисы Лазутиной проходит зажигательная зумба, а в четверг и субботу на центральной площади города проходит йога и бутипамп. Приходите, не пожалеете. Девчатки, скажите, что у вас сейчас происходит, к чему вы готовитесь? У нас сейчас батл. Будет батл. Танцевальный батл, да. Кто кого перетанцует. Да. Так, я так понимаю, что это ваша команда, у вас есть, да, какая-то кричалка, да? Да? Ну-ка, давайте. Еще нет. Они Микки Маус, а мы Дональд Дак! Мы желаем вам удачи, вообще, как зумба, как за это. Вот так, зумба лучше всех! Фред лучше всех! Это хорошо, что они начинают. Сейчас, сейчас что-нибудь придумаем. Я обязательно посещаю эту субботу, потому что невозможно не пропустить эти ошеломительные, изумительные танцы. Вы знаете, они столько заряда дают, они столько бодрости, настроения. Это просто прекрасно. Я тут катаюсь на роликах, катаюсь на велосипеде. Тут танцую, пришла первый раз сюда. Еще тут на площадке гуляю. И бегаю по травке. Мы занимаемся спортом. Параллельно это и танцы, и положительная энергетика. Ну, просто счастье. Последний год мы просто живем зумбой. Это наша жизнь. После зумбы нам делают комплименты. Фред, forever, Фред the best, лучший. Поэтому на самом деле это маленькая жизнь. Но она такая счастливая, веселая, позитивная. Поэтому всем желаем удачи, счастья, здоровья и мирного неба над головой. Зумба. Зумба – это моя любовь. Зумба – это моя любовь, уже давняя. Это моя любовь на протяжении 2 лет. Первый раз я пришла к Фреду в клуб, и так я хожу за ним. Я хожу за ним по всем клубам, сейчас я хожу за ним и в парк, и в танцевальную студию SV Fit & Dance. Мне очень нравится. Я в восторге. Эмоции, которые переполняют после танцев, они неописуемые. Приходите все, вам действительно понравится. Тахти! Ва, вама, вама! Га! Готовы? Браво! Один, ча-ча-ча, окей? Oh.
Приходите все на зумбу, Фред самый лучший!